Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Прежде чем мы рассмотрим важные темы сегодняшнего утреннего выпуска, прошу вас, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, также делитесь этой информацией со своими родными, друзьями. Пусть у них тоже все будет хорошо. И не забывайте ставить палец вверх. Ну, если не понравилось, естественно, дизлайк. Это все ваш выбор. Начнем наш выпуск с агрогороскопа с 5 по 8 ноября 2021 года. В прошлом видео мы говорили о времени Луны в Скорпионе и обращали внимание на новолуние. Сейчас просто это время предварения новой энергии. Это уже будет растущая Луна с начала Геката, растущая Луна. Ну и переход еще в один важный знак, который мы все с вами ожидаем. Но давайте рассмотрим, что мы можем в новолуние сделать и что можем пропустить для того, чтобы спланировать вот эти важные работы на 6, 7 и 8 ноября. Итак, пятница, новолуние. Ни посевы, ни посадка рассады здесь не проводятся в новолуние. Только в знаке стихии воды можно в саду провести поливы. Это там, где есть в этом необходимость. Зеленые операции не проводим, несмотря на то, что это новолуние. Дело в том, что здесь очень важно имеет значение знак Скорпион, знак стихии воды. Цветы – это важные такие работы, снова же поливы, это для хризантем, ну и другие цветы для региона, где тепло, а также для теплых стран. Для комнатных цветов та же самая задача – поливы и защита растений. Вот что касается поливов вообще всех растений, тех, что продолжается у них вегетация, то, конечно, очень хорошо проводить. Но сейчас в основном у нас цветущие растения и те, что готовятся к цветению, это растения комнатные. И поэтому прошу в новолуние только 50% использовать от того, что рекомендует инструкция данного удобрения. Все остальные виды работы, которые касаются сбора урожая, заготовок, закладки на хранение и квашения, не проводятся в дни стихии воды, в дни Луны в знаке Скорпион. Это у нас время выходного на кухне и для заготовок. Наступает очень важное ответственное время уже в Стрельце, хотя это время Гекаты, но здесь у нас практически все одинаковые задачи на эти два дня. Поэтому в субботу, воскресенье, на выходные 6 и 7 ноября в знаке Стрелец, это уже практически растущая Луна, рассмотрим вот эти задачи. Что делаем? Посевы не проводим. Единственное, что можно проращивать семена уже 7-го для витаминной зелени. Вот это можно делать. Рассаду никакую не высаживаем. Вот в саду очень актуально укрытие теплолюбивых растений там, где уже морозы. Первые морозцы и растения готовы. Именно в знаке стихии огня очень хорошо укрывать растения. Они не загнивают и нормально себя чувствуют во время зимовки. Зеленые операции проводим. Спрашивают, что за зеленые операции. Это все обрезки, обломки на зеленых растениях. Что касается цветов в открытом грунте, то же самое у нас вопрос идет укрытие теплолюбивых растений. Это нужно делать в этот период. И, естественно, это для северян актуально. Для тех, кто живет в теплых регионах или где еще тепло, пожалуйста, не спешите с укрытием. Будут резкие перепады, и, естественно, даже стихия огня не поможет, если вот в теплых регионах заняться укрытием теплолюбивых цветов. Для комнатных цветов в знаке Стрелец актуальны зеленые операции еще и защита от вредителей, от болезней. Проводите профилактические обработки. Не забывайте, напоминаю вам об этом правиле. Поливы в знаке стихии огня бесполезны. Ну, естественно, без полива подкормки не проводим. Если проводить подкормки, то, естественно, проблемы будут с корнями, а если по листьям, то и листья немножко подгорают.
Зато в сбор урожая, заготовки, закладка на хранение, смотрите, все это везде, все три пункта очень актуальны, и они будут успешны. Пожалуйста, проводите эти работы. Ну а квашение пропускайте в знаке стихии огня, получается, если заквасить капусту, яблоки, грибы, получается жестковатые и даже есть горечь. Вот такая у нас особенность вот этого знака. Ну и знак, который все ждут, и я сама жду, потому что у меня еще одна часть чеснока зиму осталась. Буду проводить эксперименты, естественно, этот период буду использовать. Итак, 8-го в понедельник. Козерог. Прекрасное время, растущая луна. Но это время как раз выхода после новолуния. И это время не только для корешков, но и для того, чтобы посеять семена. Это подзимние посевы могут быть. Можно сеять вершки. То есть то, что будет давать урожай в следующем году. Это подзимние посевы. Разные могут быть овощные, цветочные растения. Кстати, у меня есть вопрос, когда сеять эустому. Вот в течение месяца можно выбрать вот этот период, если хотите очень рано, есть возможность досветки, можно в Козероге вот этот день использовать. Будет еще и 9-го, но в данном случае можно использовать и 8 ноября в понедельник. И, естественно, очень хорошо посадить озимый чеснок и лук. Испытала, пробовала и рекомендую 8 и 9 посадить озимый лук и чеснок в связи с тем, что до конца месяца там у нас уже не будет хорошего благоприятного периода. Телец выпадает из-за космических событий, связанных с полнолунием. Поэтому вот эти дни 8 и 9 оптимально сеем и высаживаем все. Да, кстати, по поводу посевов подзимних, для теплых регионов не спешите. Снова же отвечаю на вопросы ваши. Не спешите. Подзимние посевы, тогда уже первые приморозки. И уже устанавливается зимняя погода. Иначе ваши семена проклюнутся, а затем морозы и погибнут. У меня уже эти эксперименты заканчивались именно таким образом. Что касается рассады, можно высаживать любую рассаду везде, где вы запланировали, причем овощные, цветочные растения, любые, пожалуйста, высаживайте в Козероге. Очень хорошая корневая система формируется, крепкое растение, медленно идет рост, но зато основательное, здоровое растение с хорошим урожаем. И вот этот вопрос, кстати, что касается вот момента садовых растений, продолжу тему вот посадки рассады. Здесь же очень актуально в саду посадка саженцев, садовых растений. Это абсолютно все. Вот кто получил там розы, кто получил какие-то ягодные растения, кто-то еловые. Все саженцы, которые прикопали, и у вас хорошая погода еще, стоят теплые дни, пожалуйста, можно высаживать саженцы садовых растений. Очень хорошее время. Тоже очень долго растут растения, основательные, здоровые, более устойчивые против болезней. Хороший период используйте. И в это время же можно обрезать растения, нарезать черенки для укоренения. Кстати, для укоренения, которое вот вы можете сейчас делать, допустим, декоративные какие-то растения, цветочные, и также нарезайте череночки для весенних прививок и укоренения этих череночков. И они будут у вас храниться, у каждого свои условия, способы хранения. Тоже обрезка именно 8-го очень хорошо пройдет, и результаты будут хорошими. Эффективны в этот день зеленые операции. Делайте, готовьтесь. Видите, вы можете сейчас так мы подаем информацию, что можно подготовиться к определенным видам работы заранее. Что касается цветов, то очень важно, это уже открытый грунт, подготовить все цветы к зимовке. И вопросы защиты. Кстати, если вы еще, это теплые страны, хотите пересадить какие-то цветочные растения, пожалуйста, это хорошо пройдет в Козероге. И если нужно, допустим, посеять подзимний посев, там, где холодно, тоже можете использовать. Для комнатных цветов тоже горячее время. Нарезаются череночки и их сразу укореняют.
Там, где череночки уже укоренились и хорошая рассада, можно высаживать большие горшочки, пересаживать, перевалку проводить, а также очень хорошо поливы и подкормочки проводить. Ну, для каждого растения есть свои правила, и вы об этом знаете, но особенно подкормки сейчас хороши для цветущих растений, комнатных цветущих растений. Восьмого. Хорошо проводить поливы, очень эффективно, и эффективны подкормочки. Очень хорошо подкормки проводить под корень в это время, как раз через корень разводите вместе с водичкой и даете подкормку. Это касается в первую очередь комнатных цветов. Ну а уже на улице, в открытом грунте, конечно, тут уже никаких подкормок не проводим. Физиологические процессы, фотосинтез практически завершены. Для теплых регионов, для теплых стран, да, можно проводить подкормочки. У вас там только начинается период где-то цветения чего-то, каких-то растений. Каждый по своей стороне смотрит по погоде, что, когда растет и что нужно делать. Что касается вот сбора урожая, заготовок, закладки на хранение, очень хороший период. Все это мы делаем в этот день. И смотрите, я неспроста сегодня здесь выставила вот этого веселого смайлика, светло-зеленого, потому что в Козероге начинается замечательное время для квашения. Квашение капусты, яблок, грибов, любых овощных продуктов. Все это очень хорошо и вкусно получится. Поэтому, пожалуйста, наконец-то приступим к этим работам. 8-9 можно это сделать. Это что касается агрогороскопа с 5 по 8 ноября 2021 года. Время, напоминаю, московское. А теперь рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 5 по 8 ноября 2021 года. Рассмотрим лучшие дела наши домашние и что мы можем сделать в определенные периоды. Итак, снова же новолуние, здесь очень важный день. И важно вот заметку сделать себе, что в этот день это знак стихии воды, плюс само новолуние, энергии очень мало. И в знак стихии воды не топите печку, если вы ее долго не топили. Если же она горячая, то есть раньше были хорошие растопки и не было дыма, пожалуйста, можно протапливать, но начинайте с малого количества дров, иначе будет дым. Ну, вот такая у нас стихия воды, она давит наш огонь. Стричь волосы в это время не рекомендуется, и новолуние, и время скорпиона. Красить волосы тоже не рекомендуется, мыть волосы в это время не рекомендуется. Очистка кожи у нас уже завершился период перед новолунием на убывающей луне. Ремонт очень плохо проходит в этот период. Проветривать вещи не проветриваем, много влаги наберет. Рукоделие тоже в это время не получается качественным и плохо и для настроения. Да и новолуние нужно просто отдохнуть. А вот что касается стирки и уборки, о, это очень хорошо. Это новолуние и вычистится все очень хорошо, легко уборка пройдет, ну и пятна очень хорошо отстирают. В субботу и воскресенье энергии Стрельца, знака стихии огня, будут властвовать и дадут нам целый ряд возможностей для наших дел по дому. Ну, в первую очередь, очень хорошо растапливать печку и камин, гореть будут хорошо дрова. Ну, естественно, если холодная печка, начинайте с маленького количества дров, но дыма в это время практически не бывает. Стричь волосы и красить волосы в этот день не рекомендуется. Это, во-первых, время Геката еще. Здесь мало энергии, не состригайте свою энергию, подождите немножечко, все получится. И красить волосы в знаке стихии огня не рекомендуется, волосы будут иссушаться, сечься и быстро будут выпадать, поэтому, пожалуйста, с покраской подождите. А вот мыть волосы – очень хороший период, очень хорошее время. Очистка кожи, естественно, не проводится на растущей уже луне. А вот с ремонтом, да, конечно, очень хорошо. И побелка, покраска, клеить обои, любые работы очень хорошо пройдут. Проветривать вещи, если солнышко, если ветер, пожалуйста, выносите на улицу одеяло, подушки, если есть в этом необходимость, или какие-то
коврики, все это очень хорошо и напитается приятным свежим воздухом осенне-зимним и быстро хорошо высохнет и принесет положительные позитивные эмоции в виде вот этих ароматов. Рукоделие, естественно, в знаке стрелец не приветствуется, потому что это быстрый, это мгновенный знак. И что-то делаешь, не так получается, нет усидчивости. Поэтому не теряйте время, это время не для рукоделия. Стирка, плохо отстирываются пятна. Хотя если белье, которое нужно просто так вот проработать, почистить, это же суббота-воскресенье. Ну вот есть сейчас вот эти пятновыводители, можно их использовать. И если есть необходимость стирки, конечно, ее проведите. Уборка очень хорошо в это время, особенно такие вещи, которые должны блестеть, и мебель можно натирать, и стекла, и зеркала, вот это очень хорошо получится. А теперь еще у нас один день, сразу же Козерог, рассмотрим растущая луна, 8 понедельник. Что можно делать? Печку топить вот здесь уже, если первый раз, не рекомендуется. Если у вас здесь все было хорошо, можно протапливать, будет нормально все проходить, но начинайте с маленького количества дров. И дрова, напоминаю, должны быть сухие, это важное условие. Стрижка волос, вот наконец-то это время. Можно стричь волосы, красить волосы, мыть волосы. Все, вот пришло это время, когда можно вот эти важные дела со своими волосами делать. Вот очистка кожи, снова же уже у нас растущая луна, не делаем. Вот с ремонтом тоже лучше пропустить эти дни. Проветривать вещи, запах не очень приятный получается, заносите в дом. Даже если это ветер и солнце, лучше это сделать чуть-чуть раньше. Вот в чем прелесть, вот когда мы действительно проводим вот эти анализы разных дней короткого периода. Благодарю за ваши просьбы это делать. Я и сама сейчас вот очень хорошо себя ощущаю, когда мы вот планируем и с Александром все делаем по этим календарям. Следующие важные дела – рукоделие. Вот козероги, усидчивость, основательность, идеи уже, растущая луна. Очень хорошо в это время начинать вязать, какую-то новую вещь шить. Все, что касается творчества, вышивать, вот это все делаете. Любые ваши творческие дела здесь пойдут очень хорошо. Что касается стирки и уборки, тоже очень хорошо эти дела пройдут. А теперь рубрика «Луна для здоровья». С 5 по 8 ноября. 5, напоминаю, Луна будет в знаке Скорпион. А в это время уязвимы такие органы в нашем теле, как прямая кишка, сфинктер, половые органы и мужчин, и женщин, мочеполовая и нервная системы. Очень важно в это время сохранять в тепле ноги и область таза. Это касается тех, кто очень любит еще поработать в огороде, на грядке, на даче. Пожалуйста, берегите ноги, одевайтесь потеплее. Что касается питания, то здесь очень хорошо использовать продукты с витаминами группы В, С и Е, а также те продукты, в которых есть важный элемент питания – железо. Что есть вот из этих витаминов в продуктах, которые мы рекомендуем? В первую очередь это яблоки, также цитрусовые, которые сейчас уже появились, в черносливе. Из овощей то, что у нас уже созрело и заложено на хранение, это картофель, перец сладкий, баклажаны, томаты, редис, дайкон, редька черная, свекла, морковь, капуста, чеснок, лук-порей, зелень, зелени салат, петрушка, укроп, базилик, щавель очень хорош в это время. Ну и не забывайте о рыбе. И это хорошая и морская, и океаническая рыба. Ну и все морепродукты. Очень хорошо для всех органов, которые мы назвали, в это время различные травяные чаи. 6 и 7 ноября будьте внимательны к своему питанию особенно. В это время будет господствовать энергия огня Стрельца. В это время всегда хочется очень много-много еды, хочется много кушать,
И, естественно, это можно делать, можно раздельное питание часто есть, но здесь по желанию можно различные варианты выбирать, все зависит от вашего правила питания. Но что нужно знать в это время? В Стрельце уязвимы в первую очередь печень, также тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. И вот печень берет на себя главный удар в это время. Хочется есть, и в то же время нужно быть очень внимательным к питанию. Осторожно нужно быть с алкоголем, не употребляйте его. Копчености, шашлыки, жирные продукты, а также прием лекарств очень плохо отражаются на здоровье вашем и на печени. Что используем в питании? Нежирные сорта мяса, снова же нежирную рыбу. Это может быть любая рыба или океаническая, морская или же прудовая, но это должна быть нежирная рыба. А также очень хорошо заменить животные масла растительными, любыми маслами. Отлично подойдут продукты молочные и особенно кисломолочные продукты. Используйте различные орехи, их сейчас много, а также блюда из моркови, свеклы, из топинамбура, капусты. Добавляйте ваши салаты или просто что-то готовите, много петрушки, укропа, базилик, пастернак, сельдерей. Овощные супы, супы готовьте сейчас. Горох и фасоль очень хорошо в это время для печени. Ну и готовьте, пожалуйста, различные каши. Тоже прекрасно пойдет в этот период, когда Луна находится в знаке 8 ноября. Будут властвовать уже энергии стихии Земли. Луна будет уже растущая в знаке Козерог, а в Козероге уязвимы желчный пузырь, скелет и костная система, то есть все кости наши, суставы, сухожилия. И обратите особенно внимание на колени. Итак, желчный пузырь, видите, печень была в Стрельце в огненном знаке, и далее орган, который связан с печенью, желчный пузырь. Поэтому с питанием здесь тоже нужно очень быть осторожной. Нельзя в это время использовать алкоголь в питании, кофе, шоколад, жирная, особенно жареная еда, шашлыки, острые соусы, много соли нельзя, те, кто любят солить, пожалуйста, откажитесь от этого в этот период, различные майонезы. В питании что должно быть? Постное мясо, отварные яйца, морская, нежирная, снова же рыба и растительные масла. Очень хорошо в это время молочные и кисломолочные продукты для нашего тела и особенно для органов, которые уязвимы в это время в Козероге. Хорошо в это время различные орехи использовать в питании. Морковь, свеклу, лук, пожалуйста, в это время очень хорошо идет. Свежий, отварной, печеный тоже очень хорошо для нашего тела. Базилик, пастернак, капусты разные. Петрушка, укроп, сельдерей, клюква сейчас уже пошла, гранаты есть. И эти продукты очень важны для нашего тела в это время. Естественно, в Козероге хорошо принимать различные макаронные изделия в виде гарнира, а также свежие и вареные различные овощи. Очень хорошо в это время пить чай из шиповника. Он уже есть достаточно. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Мы, авторы канала Раиса Гриченко и Александр Волик, прощаемся с вами до следующего выпуска, до следующего видео. Желаем вам крепкого здоровья, позитивного, хорошего настроения, благодатной погоды, мира, тепла и уюта в ваших домах. До новых встреч!